Допустим, вы решили посмотреть кино на компьютере, включили колонки и при воспроизведении звуков они начинают шипеть и даже потрескивать. В чем может быть дело? Как вариант, ваши колонки пришли в негодность, а именно, проблема с динамиками. Например, они могли порваться от внешнего воздействия или от старости. Можно обратиться к аудиокарте и вытянуть, а затем снова вставить штекер от колонок. Возможно, отходит контакт. Аудиокарта, кстати, тоже может сломаться, что чревато ее заменой. Некоторые любят выставлять дополнительные музыкальные настройки, благо программ для этого много. Неправильно настроенные, они могут издавать неприятные звуки. Обратите внимание на мышку, вернее, на ее провод. Если он проходит недалеко от колонок и при любом ее движении начинается шипение, то необходимо заменить провода на хорошо экранизированные. Мобильный телефон может вызывать похожие симптомы, всего лишь находясь рядом с вашей аппаратурой. Иногда помогает такой способ: откройте регулятор громкости на вашем компьютере и выключите все вкладки, кроме вкладки «Звук» и «Общая громкость». Многим этот способ помогает. В крайнем случае можно переустановить драйвера на такие же, или более новые. Если это не помогло, то присоедините свои колонки к другому компьютеру или ноутбуку и послушайте, как они играют. Если так же, то в таком случае придется с ними попрощаться.